Теперь пришла очередь покормить Нонику. Я у нее все имущество тоже отжала, чтобы случайно не затащила вместе с кормовым объектом всякие несъедобные предметы. Вот ребенок такой активный, хорошо держится. Такая девка наглая, самоуверенная. Ну давай, свазить будем и будем кормиться. Да, ты ж хочешь кушать, стопудово хочешь. Давчики у меня на заморозке крыс сидят. Видишь, не? Разворачивая глобли. Да-да-да, вот оно. Размораживаю. Не в воде, а так вожу. Давай-давай, лови. О, запчасти отвалились. То есть оно лежит на чайнике, в пакетике, разогревается. То есть, и вот она сейчас думает, что оно живое, потому что я его шевелю, так сказать, анимирую. Кому не нравится, не смотрите. Я уже 100 раз говорила и писала в комментариях. Так змеи питаются. Я у нее над душой стоять долго не буду. Сейчас оставлю, хай сама разбирается. Предложу остальным товарищам. Мигели из Крамняшки. Да, Бурингу. Грех, у Мигелы палку отжать не смогла. Она зарулонилась так, что мне ее жалко разматывать. Сейчас буду так ей предлагать. Ну, главное, салфетку убрала. Сейчас буду еду предлагать. Не, выходить ты не будешь. Подожди чуть-чуть. Ну-ка, глянь. Ты это будешь, нет? Это буду. Все, все, вопрос исчерпан. На здоровье. Занимайся. Если бы, кстати, заморозка не была так разогрета, такой бы активной реакции не наблюдалось. Если просто положить холодное, не шевелить, то есть у змей такая реакция отсутствует. Они реагируют так, потому что думают, что это живой кормовой объект. Потому что он теплый, я его шевелю. Ну, тоже пусть занимается. Осталось предложить вкусняху Бурингу. Вот такой ребенок сейчас тоже будет кушать. Да, только сначала с руки надо снять, а он не хочет. Думал гулять, скажи, а тут не оно. Не, кушать, не гулять. Ну-ка, гляди, что у меня. Девки уже кушают. Давай, удиви население. Или тебя опять в гордом одиночестве. О, молодец. Скажи, ты ж перегрела кормовой объект. Я поверил, что оно живое. А так он в гордом одиночестве, как бы по темноте любит кушать. А тут прям красиво, красиво, вопросов нет. Взял как настоящий. Все, солнце, сейчас тебя закрою, уединишься и будешь кушать. Ну и куда ты лезешь? Не-не-не-не-не. Больше нету, нет, это я стою. Сейчас я оставлю тебя в покое. Туда лезть не обязательно. Куда ты собрался? Вместе с Хавчиком причем. Занимайся, все, больше нету. Тут как бы Ноника тоже, вдруг еще где-то что-то лежит, а я просто протыкала, проверяет на всякий случай. Ну, Хавчик не отпускает, говорит, мое. Эва как намоталась, так и лежит. Да, в раздумьях. Только Буринг думает, а вдруг еще где-то что-то тут дали, вот надо еще как-то развернуться. Вот, и проверить этот момент, скажи, а вдруг... Надо, скажи, контролировать вкусные моменты в жизни. Ух. Я вообще, походу, куда-то собралась вместе с Хавчиком ползти. Бурингу тут душит, старается. Тут душить-то особо нечего, но дохло изначально. Сам на себя он намотался, перевернулся. Мама дорогая. Ты так сам себя задушишь, если что. Ну, шучу, конечно, но вот шанс есть. Намотался сам на себя. Да, бывает. Ноника с акробатическими этюдами тоже еще мастер-класс показывает. Как ползать вместе с Хавчиком на дальние дистанции. Да. Оставляю детвору в покое. Буринг тоже что-то выискивает. Поставлю их обратно на их полочки. Свет выключу, быстрее покушают.